Наверное, Динамо Киев. Чорноморець Динамо Киев. Зараз може бути вихід Вишневич. У Чорноморця прекрасна можливість. Антонов удар. Ні. Прибриває удар і м'яч у ворота. М'яч у воротах. Подивіться, який гол забиває Антонов. Та не всі були хороші ігри. Я не можу виділити прямо один. Наверно, більш запам'ятаючийся – це ПСВ вихід із групи Ліги Європи. Савиньон. Не, ну, наверное, не использовал свой потенциал максимум. Это Каверин, мне кажется. За другого кого-то сказать тяжело. Больше тут все равно о потенциале футболиста говорится и что он не использовал. А разные ситуации бывают. В одной команде там доверяют, в другой не доверяют. Поэтому это такой момент. Анатолий, чем говорим, общаюсь. Ну, как вижу ребят и с Ковальчуком, и Кутаца, когда видел Дима Безотосный, со многими ребятами. И с иностранцы пишут, и Сантана, и Фонтанелла, и Джеджа пишет, и Риера. В принципе, со всеми, и с тренерским штабом хорошие отношения. Фу, я думаю, фанаты вам больше, лучше подскажут, да, чем запить его. Ну, против кого играли? Ну, в Боруссии, Дортмунд были сумасшедшие болельщики, и Цервени Звезды тоже были. Хумельс, наверное. В мире? Наверное, Гвардиола все-таки. Потому что у него принципы, которые мне нравятся, он любит доминировать и играть всегда первым номером. Мне нравится его футбол, его видение, его новшество. И он уже давно доказал, что он топ-тренер. Что посоветовать? Ну, конечно, я советую молодым ребятам, которые занимаются футболом, идти к своей цели, много работать и никогда не останавливаться. А болельщикам всегда поддерживать команду. И она в этом очень нуждается. И ходить на футбол.